И привет всем, друзья! Вы на канале Seis Optimus, а это наш новый обзор предновогодних петард, новинки. Итак, погнали, начнем с вот такой упаковки Юлы. Вертится, кружится с искрами. 6 штук от компании Happy Family. Вот такая вот. Достал уже здесь, то есть здесь указан вверх, как ее ставить. Фитиль достаточно длинный. Ставим, крутится, рассыпается в искрах. Прикольно, погнали дальше. А дальше у нас вот такие вот жуки от этой же фирмы, от Happy Family. Сейчас мы их достанем. Посмотрим, что это за жучки такие. В принципе, мне сказали, они взрываются, по-моему, в конце. И вот такие примерно искры выдают. Обычный наш жук. Посмотрим. В следующем видео, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, и будет следующее видео, тест этих же петард. Взял я вот такие вот свистульки, солома еще раньше их называли так, вот такие вот ракетки. А также взял я от Максэм вот такую пачку петард, Корсар 4, можно сказать. Вот такие вот. Фитильные. От Максэм. Нормально, нормально. Погнали дальше. Ну, вот такие от Максэм Монстр. Корсар 1. Раскрывать смысла нет, тоже маленькие такие петарды. Кто-то их уже знает, пользовались. Потом, и вот такие вот Корсар 1 тоже. К0201. Вот только фирма у нас непонятно какая. Ну вот это, да? Только качественный сервис какой-то фирмы. Пишите в комментариях, если пользовался тогда. Ну и наши два гвоздя программы. Это самые мощные петарды. Кобра зеленая. Что сказать про кобру зеленую? Да? Здесь их 20 штук. Фитильные петарды. По фитилю. По фитилю достаточно длинные, четкие. Сравнимы с мощью Crazy Robots оригинальный. Корсар 10. Ну, может, 12. Вот такая мощь здесь, ребят. Будем что-нибудь крутое, крупное ими взрывать. Так, сейчас скажу еще, по-моему, тут сколько миллиграмм. Если тут... Если я не ошибаюсь, 18 в большой кобре. Да, в большой кобре 18, а там... Да, здесь чуть меньше, наверное, тут 10. Ну и большая кобра — это прям самая мощная из этой серии, из их серии, по-моему, если я не ошибаюсь. Очень крутая кобра, супер кобра. Вот, вот такая. Где-то у меня на канале, у меня была такая, да, одна кобра, наверное, года 3 назад или 2. Я ее взрывал, кратер нехилый остался. От Фаворит Пиро Групп. Офигенные, офигенные петарды. 4 штуки. Вот это скоро будут видосы, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И скоро вы увидите тест всех этих петард и взрывы. Вот этими мощными петардами что-нибудь интересненькое. Так что подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь с друзьями видосами. Будет жарко. Bitch, I'm stylish. Black talk, big t-shirt, Billy Eilish. Watch on my wrist, but I want that.